О, а заодно мы Диму послушаем, как он поет. О, это хороший ход, кстати. Спасибо. Не забуду я бессонную нежность ночей. В комнате вдвоем мы с нами огонь свечей. Тогда радость не сходила с твоих очей. Был тогда я только твой, ну а теперь ничей. То, что было все забыто, это удали. Меня рядом нету, а тебя уже вдали. Почему друг другу шанса с тобой не дали? То, что пережили, так легко мы предали. Как-то так. Спасибо. Дмитрий, то, что вы делали и как вы это делали, я про фристайл, но вот вам, правда, здесь нет равных. Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли, потому что... Если бы можно было вас взять отдельно, как отдельного артиста, вот четыре команды и Дима. Я понимаю, о чем вы говорите. Тогда это имеет место быть. Я просто с большим-большим трудом, честно, представляю нас с вами дальше вместе в прямых эфирах. Дим, скажите, вы поете какой-то... Можете спеть какую-то другую песню, композицию, которую мы вам предложим? Или вы нам предложите музыкальную? Меладзе очень сильно люблю. Давайте дадим еще возможность человеку, да? Тогда я думаю, что стоит Диму отпустить. Пусть он там поработает над композицией. Да? Мы потом послушаем его голос. Может, я вас к себе возьму в команду? Хорошо.